28 июня в Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета состоялся выпускной вечер учащихся лицея имени Николая Ивановича Лобачевского. На открытии праздника традиционно прозвучали гимны Российской Федерации, Республики Татарстан и Казанского федерального университета. Далее, пожалуй, самый трогательный момент торжества – вальс выпускников, после которого с поздравлениями выступила Татьяна Алексеева, начальник управления общего образования Министерства образования Республики Татарстан. Дети, которые проучились несколько лет в атмосфере лицея, очень сильно отличаются от всех остальных выпускников. Я даже могу сказать, чем. Во-первых, свободой. Свободой мышления. Свободой принятых решений. Красотой этих решений не только на олимпиадах, не только на федеральных и международных конкурсах, но и решений в отношении людей. Затем началась торжественная часть мероприятия. На сцене появилась книга почета, которую родители выпускников сделали самостоятельно. В ней разместились имена отличившихся учащихся. Как отмечают сами ребята, для них лицей стал не просто общеобразовательным учреждением, а домом. После для ответного слова были приглашены семьи и близкие. Уважаемые педагоги, мы вам очень благодарны за тот замечательный старт, которые ребята получают, вступая в эти дни в свою взрослую жизнь. Мы вам очень благодарны за знания, за внимание и, самое главное, за их воспитание. Спасибо большое. Мы прошли очень тяжелые трудности вместе и гордо можем назвать себя выпускниками нашего любимого легендарного лицея имени Лобачевского. Мы благодарны нашим учителям, нашему классному руководителю, нашему директору. Благодаря вашей работе и вашему труду эти годы в лицее были яркими и незабываемыми. Спасибо вам за вашу любовь и наставничество. Я хочу вам пожелать в первую очередь оставаться вот такими же, как сегодня, вот, искренними, с горящими глазами, добрыми, честными, с присущим лицею благородством вступать в новую жизнь, ну и мечтать, творить, и пусть легко вам даются самые амбициозные задачи. Добрый путь. Выпускной бывает всего лишь раз в жизни. Вот именно выпускной из школы. Мы все к этому очень долго-долго шли. Все. Не только ребята, но и их наставники, их родители. Завершилось мероприятие, пожалуй, самым важным, к чему ребята стремились долгие годы – вручением аттестатов, а также награждением золотыми и серебряными медалями. Отметим, что всего в 2024 году лицей имени Николая Лобачевского выпустил 98 учащихся, среди которых 20 золотых медалистов и 24 серебряных. Лицей имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета славится высоким уровнем подготовки своих учащихся. Профессионализм профессорско-преподавательского состава отражается и в том, что выпускники 2024 года сдали единый государственный экзамен на высокие баллы. Аделина Абдрахманова, Александр Антонов, Универ Новости.